Наркополицейские задержали 29-летнего жителя Заречного, подозреваемого в сбыте запрещенных веществ. Предприимчивый молодой человек решил поправить свое финансовое положение, трудоустроившись в интернет-магазин курьером оптово-розничного распространения психотропных препаратов. Во время выполнения очередного заказа в районе Барковки он был замечен сотрудниками правоохранительных органов. Опасаясь ответственности, злоумышленник выбросил сверток и попытался скрыться, но ему не удалось совершить задуманное. В ходе осмотра места происшествия данный сверток изъяли. Его содержимое общей массой более 24 грамм направили на экспертизу, по результатам которой оно определено как наркотическое средство N-метилофедрон. При проведении личного досмотра в телефоне задержанного была обнаружена переписка с интернет-магазином с указанием адреса оптовой закладки и дальнейшим руководством сформировать тайники закладки на территории города Пензы. В содеянном молодой человек признался, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.